уроки, как запаковывать, посылки давать. Друзья, всем привет. Сегодня... Привет. Сегодня какое у нас число? Сегодня у нас 2 марта. Сегодня отправляем посылочки, отчет. Сегодня сколько у нас посылок? Посылок 5, да? Да. Даже 7, наверное. 7 таких стараемся еще крупненьких соберу. Вот, а потом помельче, чтобы это... А в какие города? Сегодня у нас и Москва, и Питер, и Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск, и, по-моему, Воронеж. А я сейчас посмотрю прямо в приложении почты. Приложение Почта России. Это реклама. Ну давай грузись нафиг. Honor. Отлично. Сейчас я прям точно покажу. Ага. Петропавловск-Камчатский, это вот. Это утки или гусь? Это всякие там шилы, хвости, черки, всякие, короче, эти. Такие вот. Потом Москва и Санкт-Петербург. Гуси. Там, гуси в Москву, по-моему. Потом в Тамбов и Орск. Это Оренбургская область. Вот. Еще Хомутово. А, Хомутово — это Южно-Сахалинск. Там стоит она оплаченная тоже. Вот пока, да, 6. Сегодня такие крупные заказы. У нас сегодня брали гусей, уток, брали сумки под тренировочные сети. Ну и да, и что еще? Еще голова мне уже... не брали? Монокс один, да, брали. Типа даже на сетку. Каждый день собираем заказы. Кому интересно, пишите в комментариях. У нас там есть ссылки на наш инстаграм, наш ВК, номер телефона, пишите. Проконсультируем по любым вопросам по приобретению чучела, комплектующих под них, там сумок, маскировочных сетей, ну и, конечно, лодок ВВХ. Все, по любой лодке можем проконсультировать. Потом я подписываю номер, то есть прям полный цикл. Последние 4 цифры номера пишу, 95-59. Чтобы не запутать. Да, это что, все коробки просто одинаковые. А так я на номер смотрю и понимаю, какая это коробка, куда пойдет. Это вот Петропавловск-Камчатский. Вот. Сергеев, получается. Всё. Ну что, все? Ну все, ладно, всем пока. Всем счастливо.